Всем привет! Как вы уже заметили, все больше производителей делают эффекты в мини-формате. Кто бы мог подумать, что это коснется и легендарной Crybaby от фирмы Dunlop. Однако, это произошло, и в этом видео я хочу предложить вам послушать этот девайс. По схеме это классическая квакушка. В этой педали есть все, что вы любите в полноформатном вау-вау. Классический звук, который подойдет для игры на чистом звуке и на хорошо подгруженном дисторшн, true-bypass, кнопка включения и простота использования. Из дополнительных бонусов вы получаете возможность выбирать режим работы. Для этого открутите заднюю крышку, которая не имеет ножек в отличие от старшего брата, что весьма удобно для установки в педалборд, и переключите скрытый тумблер. Эффект имеет три режима. Стандартный H, режим GCB-95. Режим M, Vintage. А также L, low. Плюс ко всему, вы можете отстроить ход педали так, как вам удобнее всего. Для этого в комплекте идет специальный ключ. Несмотря на то, что Mini Crybaby в два раза меньше по размеру, пользоваться ею очень удобно. Если вы любите маленький формат, но большой звук, то новая Crybaby для вас. С вами был Санчес, специально для Pedalzoo. Спасибо за просмотр.